Приветствую, дорогие друзья, всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Сегодня речь пойдет о терморегуляторе от фирмы Viltu. И главная его особенность и отличие от других терморегуляторов – это мощность 5 кВт. Вы только вдумайтесь, 5 кВт. Поэтому, если вам нужен терморегулятор с мощностью 5 кВт, ссылочка будет в описании, заходите, посмотрите. Данный терморегулятор на 220 подаем сюда фаза 0. Согласно вот этим обозначениям, винтики я открутил заранее, все плотненько, все так скомпоновано. Подводится 220, фаза 0, земля, дальше земля, фаза 0. То есть подаем 220, два провода, и выходит отсюда два провода. Вход и выход, два провода сюда, два провода обратно. Если у вас земля, подключайте землю, но у меня ее нет. Дальше у нас, значит, есть датчик. Длина провода 2 метра, это у нас водонепроницаемый датчик, колба, но я бы не стал, конечно, надо его изолировать. Здесь есть и таймер, здесь есть и терморегулятор. Два режима терморегулятора, это охлаждение и нагрев. Давайте включим. Значит, первый у нас, подаем питание 220. Данный терморегулятор, давайте по размерам, возможно, кому-то надо, 7 сантиметров. 9,5 и высота 4,5. Как видите, размер его чуть больше двойной розетки. Он достаточно неплохой. Там, скорее всего, реле стоит мощный, поэтому 5 кВт. То есть это обычный терморегулятор, только на 5 кВт. Это его главная особенность. Еще есть особенность в том, что изменяет температуру с шагом в 1 градус. Не 0,1 градус, а в 1 градус. Поэтому для инкубатора он не подойдет. Также циклический таймер здесь с шагом в 1 минуту. То есть, опять же, переворот яиц нам не подойдет. Там, где нужны секунды. Здесь все в градус и в минутах. Температуру он может регулировать от минус 19 до плюс 99. Но, в принципе, я не находил в домашних условиях задачи там что-то заморозить до 22 градусов. То есть все домашние, так скажем, задачи он перекрывает. Но с одной оговоркой: 0,1 градуса нет и 0,1 секунды тоже нет. На это нужно обращать внимание. Зато есть 5 кВт, которые всегда все требуют и все хотят. Этот будет использоваться в шпарчане, шпарчан на 2 кВт, потому что 1 кВт мне не хватает. Управление, включение, вверх-вниз изменяется температура. Температура записывается автоматически. Если горит красный индикатор, значит, наш терморегулятор включенный. А давайте мы ему включим питание. Вот все. Если у нас температура включения больше, чем температура выключения, значит, он работает в режиме охлаждения. Если мы сделаем его наоборот, то есть включение у нас будет 22 градуса, а выключение 24, соответственно, он в режиме обогрева. По таймерам то же самое. F1 – это циклический таймер, которым я пользуюсь постоянно. У меня работают вентиляторы в помещении для того, чтобы проветривать, то есть чтобы сутки он не работал, была какая-то экономия. Полчаса работает, час отдыхает. Полчаса работает, час отдыхает. Все управляется вентиляцией в помещении. F2 это у нас отложенный пуск. Ну, не знаю, кому это надо, но где-то это всегда нужно. И отложенное выключение. То же самое. Все выставляется минуты, все прекрасно. И второй момент, когда мы делаем одинаковые значения в данном терморегуляторе, он выходит на режим обычного термометра. То есть питание на розетку отключено. Самая главная его особенность – это 5 кВт. Это его мощность. Если вам нужен мощный терморегулятор, вам не хочется, как у меня на шпарчане, блок питания, термореле, потом еще добавочные реле. Вот такая вот карабасина, здоровая, а по деньгам, в принципе, то же самое. Потому что если мы посчитаем твердотельное реле, 12-вольтовый блок питания, 12-вольтовый терморегулятор, все это собирается в кучу, корпус, еще что-то. И получается вот такая вещь. Только мы здесь получаем вот такую маленькую коробочку, а у меня получается вот такая коробочка. Если кому-то понравился терморегулятор, ссылка будет в описании, заходите, посмотрите. Ну а на этом, дорогие друзья, прощаемся. Кому видео было интересно и полезно, ставьте лайки, заходите на канал, подписывайтесь.